Ребята, всем привет! Сегодня, значит, очередной лыжный урок от Дениса Кабанина. И мы тренируем упражнение зигзаг. Это как раз такие азы равнинной техники. То, с чего вы могли бы начать, если свой лыжный путь, если вы практически ноль. Вот. Значит, упражнение зигзаг. Скользим на одной ноге. Ставим палки. Делаем подсед. И только потом делаем выкат второй ногой. Итак, сейчас мы попробуем, как это получится у меня. Итак, сейчас тренер покажет, как выполняется правильно это упражнение. Давай. В технике нет такого, что что-то ты делаешь отдельно от другого. Слитно, да? Все слитно, и одно выходит из другого. То есть, когда мы ставим палки, естественно, движение, когда мы работаем на руках, это подсед на коленке и работа пресса. И как раз это нам дает зарядку на опорную ногу. Мы именно очень сильно опускаем. То есть мы можем очень сильно подсесть на ногу, зарядить ее до минимума. И потом уже последующее отталкивание, сильное выпрямление ноги, оно дает нам, помогает нам перенести корпус на следующую ногу. То есть мы подсели, толкнулись и выкатили. Подсели и толкнули. Так, значит. Палки, подсед. Да, речь. Палки. Воу! Вы чё? Вот он, чемпион! Так, о, палки, палки мои! Прошел. Мои эксель, живые, не сломал? Реально, я реально не специально, не на камеру, это вот, конечно, это жизнь, ребят. Да ладно, он просто прыг в бассейне меня поддерживать, а тут решил поддерживать. Надо вставать, братан. О, хорош. Я, главное, упражнение лупашу, а он там едет, отдыхает. Офигеть, я уже прям как в замедленном кино.